Как видите, наномит быстро адаптируется к поеданию всего, что встречается у него на пути. Выпущенный однажды, наномиты не остановятся. Никогда. После уничтожения цели включается устройство самоликвидации, вызывающее короткое замыкание внутри наномитов, предотвращая ненужные разрушения. Господа, рад сообщить, что завтра первая партия ваших нано-боеголовок будет отправлена с моего завода в Кыргызстане. Никто не говорил, что нас будут прикрывать. Лучше прикажите им опустить оружие. Иначе мы их здесь перебьем, как кур. Точно. Или нет? Тише, Ревко. Знаете меня? Классный снайпер, второй в батальоне. Где именно вы находитесь, сэр? Доберешься, увидишь сам. Привет, красотка. Хорошо поработали, Джай Джо. Добро пожаловать в берлогу, Дью. Я вас много прочитал. Но не верьте всему, что там написано. Меня оказывается, вот... несколько лет назад мы даже хотели тебя завербовать. Меня никогда ни в какие альфы не звали. Неужели? А в Таиланде 4 года назад не помнишь? Перед тем, как ты разнес тот бар. А, в то время мой друган грустил. Так грустил, что всем было грустно. Я, кажется, всю жизнь в армии. Но такой наступательной операции видеть не приходилось. Ладно, ты мне доверился, очередь за мной. Формально отряда Джай Джо не существует, но если бы он существовал, в него бы входили лучшие люди из лучших боевых частей мира. Альфа-Ассы. Первый год в программе присоединились 10 стран. Работали, делились разведданными, теперь их 23. Мистер Маккаллен готов к связи, сэр. Включите телеприсутствие. Кто на нас напал? Пока не выяснили. Одно очевидно. Она владеет абсолютно секретной информацией и новейшим оружием. А это значит, за ней стоят огромные деньги. С таким потенциалом, как у них, мы еще не сталкивались. Да, это единственная причина, по которой они надрали нам задницы. Мы должны узнать о ней все, что возможно. Знание — это полпобеды. Мы получили снимок с одной нашей тактической камеры. Пытаемся пробить ее лицо через мультискан. У нас доступ ко всем фотографиям на всех серверах мира. Точно. Все когда-нибудь попадают в объективы камер. У банкомата, в аэропорту, на футболе. Мы ее найдем. И выясним, кто ее послал. Из НАТО, сэр. Ты как? Что с ней случилось? Судя по всему, теперь я официально отвечаю за боеголовки. Похоже, твоя миссия завершена, Дьюк. Повезете их, и она за вами погонится, верно? А с ее техникой и разведкой она вас найдет. Ты к чему это? Вы пойдете за ней первыми. Мы с вами. Генерал, там все наши ребята остались. Мы должны расплатиться. Нельзя просто попроситься в Джай-Джо. Нужно приглашение. Смирно, генерал Хок! Вольно. Дьюк, у тебя почти максимальные показатели среди всех, кого мы тестировали. Рип, если вывести ваш средний балл с Дьюком, ты тоже прошел. Добро пожаловать в отряд. Спасибо, сэр. Предварительно, конечно. Спасибо, сэр. Я не помешала, сэр? Ничего, капрал. Надо расписаться здесь, здесь и здесь. И еще здесь, здесь. Прощай, дорогая. О, конечно. Ты женщин не убиваешь. Для тебя, Зарта, я сделал бы исключение. Боеголовки, Рип, за мной!